Абонент временно недоступен. Димон, абонент временно недоступен. Да, я позвоню, проверю. Никитос. Да он 100% не возьмет от тебя трубку. Почему? Да он от меня 2 дня уже трубки не берет, а от тебя тем более. Ну, я не ты, я его лучший друг вообще-то. Ну что? Не берет. Наверное, занят просто. Ну или он нас просто решил поигнорировать. Не знаю, не похоже это на Никиту. Не понял. Кормушка. Без лицензии, что ли? Прием, прием. База. Кормушка без лицензии. Разберитесь потом. Ладно, пока пусть висит. Все-таки птичкам тоже надо кушать. От закона никто не уйдет. Преступники! Я за него! Стой, Стива! Стива, давай быстрее! Предупредительный! Медленно руки вверх и на меня. Считаю до 3. Стоп. Раз. Димон. Что? Никита? А я думаю, что за мерч знакомый? Привет, ребят. Привет. Ты почему трубки от меня не брал, а? Так я на работе. Не видите, что ли? Я полицейскую академию только закончил. Чего закончил? Руки опусти. А пусть он ствол тогда уберет. Ствол опусти. А, да. Сори, рабочая привычка. Спасибо. А ты когда вообще успел закончить эту полицейскую академию, а? Да какая разница? Вы, кстати, правонарушители. А что мы сделали такого? Мы просто гуляли. Ну да. Одно из самых опасных общественных преступлений. Мусор. Так она, наверное, случайно выпала из кармана. Прошу прощения. Да. Все, Никитос, ладно, давай, иди работать, а мы с Димоном гулять. Вечерком в компы поиграем. Пока. А ну стоять, куда пошли? Куда-куда? Гулять, Никитос. Гулять вы и потом будете. Вначале я вам выпишу штраф. Какой штраф? Мы же друзья твои. И что, друзья? Перед законом все равны. Мусор выкинули? Выкинули. Так, первый штраф — Светокемер. А ну-ка, подержи. Никитос, ты что, офигел, что ли? Я вообще-то не Никита, а младший уполномоченный сержант по безопасности улиц. Мы что, по-твоему, преступники какие-то? Во-первых, не преступники, а мелкое хулиганье. Мы? Ну, не я же. А поверьте, с этого все начинают. Вначале мусор выкинули на тротуар, потом по велодорожкам ходить будете. А дальше что, банк грабить? Никитос, ты что, на солнце перегрелся? Короче, давай все свои штрафы, мы их оплатим. Мы с Димоном пойдем гулять, потому что мы реально хорошие друзья, не то что ты. Тебе нужно голову проветрить. Да. Пойдем. Не ожидал от тебя такого. Как скажете, идите гулять, только вначале улыбочку. Эй! Ты что сделал? Внесу вас в базу хулиганов. Честь имею. Эй, пацан, ты чё? Здесь нельзя кататься. Он мне больше не друг. Да, Никитос совсем зазвездился. Угу. Не, ну это ужас. Представляешь, тебя на 2000 оштрафовал. В смысле меня? Он тебя оштрафовал на 2000, потому что это ты выкинул фантик. Там вообще-то 2 наших фантика было, и я не специально выкинул, а ты специально. Ладно, я заплачу этот штраф, но пообещай, что с этим душнилой мы больше не будем общаться. Будем его игнорировать, как он нас, целых 2 суток. Согласен, игнорировать — это то, что надо. О, душнило звонит. Скидывай его. Слушай, Димон, а что у тебя за мелодия такая знакомая? Сейчас. На языке крутится. А угадай. На языке крутится. Включи еще раз. Ну, позвони мне. Хм.
Сейчас. Да это Геншин. А, блин, я почти угадала. Я знала, что это Геншин Импакт. У меня на языке крутилось. Ага. Ты хоть обнову-то скачала? Какую обнову? 3.8. Об этом все только и говорят. Ой, про Геншин всегда все говорят. Она на Reddit самая обсуждаемая. Где? Ой, да неважно. Ты мне лучше про обновление скажи. Ну, смотри. Все начинается с волшебного мира Тейват, в котором 7 уникальных регионов. Димон, я по-твоему нуб. Я как будто бы не играла в Геншин, да? Я, между прочим, и летала, и плавала, и головоломки решала. Ты мне лучше расскажи, что там в обнове. Основная фишка в новых персонажах. Это просто улет. Девушка-кошка, девушка-лиса, самурай, фури. А в этой версии вернулась Эола и Кли. Блин, крутяк! Вот же делают игру в 21 веке! И красиво, и бесплатно, и играть можно где угодно! Ага. У моей младшей сестры Android. Она тоже играет. Ей бонусный код подкинул для быстрого старта. Она теперь счастливая. Не поняла, мне бонусный код. Да без проблем, его любой может использовать. Давай телефон. Готово? Офигеть! Погнали? Ага. Да, блин. Птицу эту найду, арестую. А, вот вы где. О, спокойно, я штраф выпишу. Каркает. Так, вот мы где, значит, да? А чё это мы трубки не берем? И штраф мы еще, оказывается, не оплатили. Димон, как тут еду приготовить? Ну, сначала костер подожги и приготовишь. Эй! Вы чё молчите? Играю тут во что-то? А, Геншин. Чё, обнова вышла? Ну, я поиграю тогда. Тим, тебе не кажется, что как-то душно стало? Есть немного. Солнце просто слишком ярко светит. Слушай, может, пойдем, а? Ну да. Пойдем. Не понял. Вы что? Игнорировать меня решили, да? Жалко, телефоны ветром унесло, да? Очень жалко. Эй, меня вообще-то нельзя игнорировать. Я представитель закона. Я здесь сейчас в ваших телефонах копаться начну. Блин. Что такое? Он знает мой пароль от телефона. И чё такого? У тебя же там нет ничего такого. Да, ничего такого нет. А может, это перестань его игнорировать? Я телефон заберу. Да ладно, заберу, ничего делать не будет. Надеюсь. О, Дим, я у тебя тут историю браузера открыл. Последняя ссылочка. lunamosik.ru. Закажу себе мерча своего аккаунта на энную сумму денег. Где-то тут я телефон оставил. Дим, ничего же страшного, да, что я закажу? Я как раз себе давно хотел весь гардероб обновить. Димон, что произошло? Да телефон потерял, представляешь? Да, потерял. Вот он у меня. Что ты переживаешь? У тебя старая модель телефона, купишь себе новую? Да я переживаю, там карты все привязаны, банковские счета, мошенники найдут и все спишут. Все до последнего. Я же говорю, мошенники все спишут. Да ты не переживай, можно спокойно прийти в банк и заблокировать карту, и все. Отличная идея, пойдем быстрее. Сейчас, секундочку. Нам же штраф больше не нужен. Это неуважение. Я вам еще штрафов выпишу. Вы что, сдурели, что ли, игнорировать меня? Это вам не маму игнорировать. Я вообще-то полицейский. У меня методы жесткие будут. Вы у меня еще попляшете. А вы у меня еще посмотрите. Слушай, Никитос нас не достанет. Да я думал, он перебесится и это. Потом сам наберет, типа, давайте дружить. Ладно. Опа. Ну что, эй. Так, я не понял. Я номера ваши, если что, записал. Никому нельзя игнорировать полицейских. Молодцы, одумались. Обойдемся без штрафа, но неустойку вам все-таки надо выплатить. Все, вы меня достали. База. Преступники. Машина. Вишневая. Ауди. Прямо сейчас меня уезжать хотят. Последний шанс вам даю. Одумайтесь. Вон туда, нам направо. Они...
Они хотят устроить погоню! Прием всем постам! Всем постам, прием! Эй, остановитесь, я вам последний шанс даю! Прямо сейчас! Тормози, сказал! Я тебе еще штраф за парковку выпишу! Понял? Ну все, вы у меня попляшете. Извините. Эй, штраф за парковку! Вот он, конечно, лопух. Ну да, он там так кричал по-деловому. Ага. Слушай, он там что-то про какие-то ориентировки упоминал. Это вообще что такое? Ой, да ориентировки это когда это. Про свою машину всем постам полиции сообщают. И в розыск ее отдают. Чего? Ну, типа, когда преступников ловят. То есть он разослал ориентировку на нашу машину, точнее, на мою. Ну да, да не переживай, это же Никитос. Получается, за нашей тачкой будут охотиться? Да я не думаю. Никита на такой не способен. Так, стоп! Быстро! Едем, прячемся на парковку, она тут недалеко. Останавливаемся и пешком до торгового центра. Чего? Там же далеко до ТЦ. Мне все равно, я не хочу, чтобы машину арестовали, нас арестовали. Пойдем кратчайшим путем, через лес. Слушай, Свет, когда вот он у меня телефон забрал, ты спокойно к этому относился. А сейчас что? Конечно, сравнил телефон и машину. Быстро на парковку и там пешком. Давай быстрее, пока нас не нашли. Ладно. Да не переживай ты так. Так, главное не подавать виду, что мы преступники. Все, все, тут бросай, тут бросай. Парковку хотя бы. Быстро вылезай. Да вылезай, вылезай. Димон, у тебя очки есть какие-нибудь? У меня есть. Мне дай какие-нибудь. У меня больше нет. Все, закрывай тачку. Ключи забыл. Давай, быстрее! Мы пойдем через лес. А почему не через парк? Я узнаваемая личность, ты тоже давай. Быстро! Я не хочу в камыши идти. Надо, Дима, ты хочешь в полицию попасть? Посмотри, там болото какое-то. Ничего страшного, искупаешься. Свет, там крапива. Я сказал, быстро за мной. Ай, курица! Ничего страшного. Ай-яй, чешется. Давай. Ну не надо меня толкать. Да все нормально, будет. Я в крапиву. Рока! Пойдем по нормальной дорожке, пожалуйста. Пошли. Никого нету. Никого нет. Свет, успокойся. Жень, какая хорошая погода. Солнышко светит. Я была бы так спокойна, если бы ориентировку на машину не дали. Не беспокойся. Никогда он нас не найдет. Уверен? Уверен. Не понял. Вот это, по-твоему, все окей, да? У нас розыск объявил. Так, все, это провал. Нас точно повяжут. Это просто полный провал. Нам нельзя находиться в общественных местах. Нам нужно где-то залечь на дно. У тебя есть где-то? Нет, такое. Лес, точно, мы будем жить с тобой. Нет, не пойдем больше в лес. Самое безопасное место это что? Лес. Что? Самое людное место. На виду надо быть. В толпе нужно потеряться. Поэтому продолжаем идти в ТЦ. Не привлекаем внимания. Выкинем это. Ладно. Най-най-най-най-най-най. А я же их предупреждал. Игнорировать полицейских очень нехорошо. Со мной шутки плохи. Че смотришь? Знаешь их? Нет, не знаю. А че смотришь тогда? Может, видел где? Ну, хотя, может, да, видел. Они вон в торговый центр вроде заходили. А чё молчал-то тогда? На! Если что, молодец, ты помог следствию. Прием. В общем, я их нашел. А вознаграждение? Эй, закрывай, не трогай! Да закрывай я! Стойте! Прием, в общем, я их обнаружил. Уже почти поймал. А они в другом центре. Второй этаж. Перехватываю по эскалатору. Так, и где они? Не понял, и куда они исчезли?
Прием, база, потерял их. Но ничего, мы с вами еще встретимся. Прием, пробить их адрес жительства. Да, выезжаю. Дим, это уже не смешно, надо где-то прятаться, я предлагаю лес. Да какой лес, хватит. Шалаш сделаем, костер разведем. У тебя дома просто спрячемся. Просто двери все и ворота закроем, и все. Мы в безопасности. Ладно, хорошо. Тем более там сигнализация есть. Хорошо. Быстро. Не, ну и что нам делать? Как что делать? Так хвоста за нами нет. Я тебе говорю, он с ума сошел. Он в эту полицейскую академию пошел, и все. Дим, он же сюда не должен пробраться, точно? Да не, да как? Только если на вертолете. Дим, какой вертолет? Ты вообще о чем, а? Я говорю, у него полицейский головного мозга. О, у него реально вертолет есть. Продолжаете игнорировать, да? Делаем вид, будто его нет. Угу. Идем домой спокойно. Кофе будешь? Буду. А может, через другую дверь зайдем? Другой нету. Не советую туда идти. Дим, погода такая классная. Да, да, да. Присаживайтесь на веранду. Ой, слушай, как-то самому на веранду захотелось. Присесть, отдохнуть. Все равно частная территория. Если кто чужой зайдет, то сразу можно полицию вызвать или наряд. Я и есть полиция. Наряд, арбат, стекловат. Вы же понимаете, что если что, я вас везде найду. Жарковато становится. Да, совсем капельку. Я бы даже сказал, градус накаляется. Челлендж. Русская рулетка. Дима, что случилось? Ты чего так испугался? Все хорошо, да? Ну, скажи, Димочка, хорошо же все? Свет, я вот что думаю-то? Может быть, с кем-нибудь договориться? Не знаю, Дим. С одной стороны, может быть, легче будет с кем-то договориться, а с другой стороны, это дело принципа. Ах, друзья, как хотите. Я же предлагал вам договориться. Пока здесь побудет. Но вы нет, нет, мы классные. Поверьте мне, не у всех такая возможность бывает. Мне спросили, буду ли я защищать этот город от таких, как вы. И я согласился, поняли? Поэтому вы должны за это ответить. Я вам выпишу штраф, и вы его оплатите, как и обещали. За то, что нарушили порядок. Я так уж и быть, вас прощу. Свет, ну может быть, заплатим штраф? Чё? Ну хочешь плати сам, у меня денег нет. И да, кстати, штраф будет в тройном размере. А как вы думали? Игнорировать полицейского – это плохо. Не оплачивать штрафы – это тоже плохо. И мусорить – тоже плохо. Того штраф 15 тысяч рублей. Постоянно улетает. Можешь в руках держать. Точно, мне нужно пойти полить огород. А вот это правильно. Это, так сказать, исправительные работы. Потому что вы намусорили на природе, теперь природе нужно помочь. Свет, а можно я тебе помогу? Да, Дим, конечно. Спасибо. Не можно, а нужно. Ладно, все, хулиганы, я пошел, а вы исправляйтесь. Приучайтесь к труду и обороне. И если таких же хулиганов, как вы, найдете, то мне сообщить. Да-да. Свету, там кусты нужно полить, да? Бежим! 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 Стоп! Именем за... Ай, ёлка! Именем закона остановитесь! Больше предупреждений не будет. Я вам сейчас такое устрою. Так, вы мне бумагу для штрафов намочили. Эй, открывайте. Я сейчас наряд вызову. Все. Он нас точно не достанет. Это что сейчас было? Ты про что? Ты зачем его облила? Он же нас теперь в покое не оставит. Слушай, а типа до этого он нас оставлял в покое, да? Нет. Ну он, конечно, плохо себя вел, но вот-вот уже уходил. Теперь он точно от нас не отстанет. Всю жизнь будет бегать за нами и портить нам жизнь. Слушай, объясни мне, пожалуйста, а что он нам может сделать, если мы находимся в закрытом доме? Он ко мне сюда зайти без ордена не может. Без какого ордена? Что за орден Феникс? Это из Гарри Поттера. Да нет, орден это специальная полицейская бумажка, чтобы в дом заходить и обыск проводить. Я в фильмах видела. Во-первых, ордер
А во-вторых, да ему плевать, он будет нас постоянно доставать. Он сейчас вызовет сюда спецназ какой-нибудь, потом вертолет, еще сюда танк подъедет и разнесет этот дом. Ну хватит меня пугать, все нормально будет. Я не пугаю, я говорю как есть. Почему никто не выходит? Так я не понял. Прием, где подкрепление мое, которое я запрашивал? Вертушки где, а? Ладно, да и не нужны вы мне. Я сам справлюсь, я... Тот, кто отвечает за порядок, буду брать штурмом. Может, я немножко переборщила, но ты сам говорил, что все будет хорошо. Немножко переборщила? Ты считай, на сотрудника при исполнении напала. Водой, но напала. Он просто облился водой. Что тут такого? Да пойми, я не пытаюсь тебя выставить, ну, в самый крайний. Я тоже немножко виноват. Я поддержал твою глупую идею. Просто, понимаешь, я тоже боюсь. Я боюсь и из-за этого пытаюсь понять, что нам делать дальше. Так, ладно, Дим, давай перестанем нервничать, сядем и обдумаем, что нам делать дальше. Пригодится. Оп. Нормально. Опа, опачки. А что эта колонка здесь делает? А, вспомнил. С прошлой тусы у Светы. Я еще потом на ней пожарную сирену включил, и все испугались. Так, ладно, где лом? Пожарную сирену. А если полицейскую? Или вертушку? Полицейскую вертушку. Нужно расслабиться. Они не мытые. И кислые. Я придумал, Свет. План 100%. Мы просто перед ним извинимся. Нет. Да не будь ты такой принципиальный. Что ты такая упертая? Он нас... Сначала 2 дня игнорировал, потом обвинил и сказал, что мы в мусоре, назвал нас хулиганьем, преступниками, гонялся за нами, а до этого еще штраф выписал. И к тому же он ведет себя как самодовольный хам. Не, ну началось же все с того, что мы помусорили. По факту мы не правы. По факту ты помусорил. Ты тоже. У меня вообще от испуга упал, Фантик, ты вспомни. Блин, так увидит. Изначально ты заварил всю эту кашу. Окей, я тебя понял. Тогда я извинюсь, и он меня простит, и не будет доставать. А ты борись с ним дальше. Пока. Стоп, это ты все заварил? Полицейская вертушка. Это что? Это звук вертолета. Они уже тут. Я к ним не пойду. Прячемся под стол. Спецназ будет штурмовать, прячься. Думаешь, если мы под столом нас не найдут? Точно, наверх в шкаф. Я с тобой. Нет, там больше нет места. Это мой шкаф. Ну что, выходите. Странно, не выходит. Ну, и где они? Ладно. Внимание, внимание! Этот дом окружен! Всем покинуть здание и сдастся Никите! И самое главное, перестать его игнорировать! Считаем до 3. 1. 2. Эй, ну где вы? Скоро будет 3. 2,5. 2 на ниточке. Ниточка сейчас порвется. И уже вот рвется. Да все, выхожу. И вот уже ниточка порвалась. И вот падает цифра. Все, выхожу. И вот он уже летит. И... Выхожу. Никита, Простите нас, пожалуйста, только не стреляйте. Пожалуйста. Мы все это приняли на себя. Все, Никит, мы тебя видим, мы с тобой разговариваем. Не слышу вас, что вы говорите, вертушка слишком громко шумит. Да все, Никит, мы тебя реально видим, прости, пожалуйста. Извиняемся.
Стоп! Извини, пожалуйста, ладно? А где звук вертушки? Улетела, наверное. Да, Никит? Да, улетела. Сейчас я еще раз заново вызываю ее. Алло, вертушка? Не понял. Что за музон? Ну-ка. Кочевый трек. А я только не понял, где вертушка-то? Дима, ты балбес? Никита, вот ты гад! Ты нас обманул, да? Свет, ну как бы тебе сказать, это не то, что я обманул. Вы по факту нарушили закон. Вы мусорили. Ты хоть знаешь, что мы там с Димой пережили? Мы думали, что сейчас ворвется спецназ, вертушка, нас всех повяжет, а ты я просто... Я не понял, а что происходит? Да помолчи ты! Она быстро показала мне свое удостоверение. Удостоверение тебе? Да легко. Это не удостоверение, а блокнот. Оно у меня там просто лежит. Держи. Только откройте. Через 10 секунд. Договорились? Договорились? Да, договорились! Раз, два. 10 секунд попросил подождать. Да, Дима. 10 секунд попросил. Да, Дима! 7, 8, 10. Это был пранк? Ты это все время был не настоящим полицейским? Никита! А что за пранк? Я опять все пропустил! Не понял, вертушка что ли не прилетит?